Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата, и бизнес-партнер Татьяна из Мерсина. И сегодня Татьяна будет проходить верификацию, и в этом видео я покажу вам пошагово, как нужно загружать документы. Для того, чтобы начать, нужно зайти на свой бэк-офис по паролю и логину. Нужно зайти в мой профиль. Мои документы. Подтвердите вашу личность. Первый шаг. Значит, я до этого загрузила документы на рабочий стол. Сейчас я прикреплю эти документы. Первый документ нужно подтвердить паспорт. Так, значит, паспорт подтвержден. Теперь нужно, значит, номер документа, номер паспорта. Так, сейчас нужно здесь ввести, когда паспорт выдан. Так. Паспорт выдан 26 октября. Октябрь 26. Какой год? 15. Октябрь 10 месяц. Так, октября 26. Да, абсолютно верно. Так, и до какого срока годности у тебя паспорт? Так, также до 26 октября 25 года. 25. Так, теперь, значит, не Афганистан, а Украина тебе выдала? Да, конечно, Украина мне выдавала. Украина. Все, паспорт подтвердили мы. Отправлено успешно. Теперь переходим. Прописка, да? Теперь, да, место жительства, адрес. Также нажимаем сюда, прикрепляем этот документ, выданный у нее. Пишем, какой этот документ. Значит, это не банковский счет, не кредитная карта, не электрический, не газ, не интернет. Поэтому мы нажимаем на другой азы. Выдала страна Турция. Вот турки, видите? Так, и когда дата выдачи документа? 10.01.2020. Так, и все. Теперь эти документы нужно отправить на верификацию. Нажмите «Отправить» на эту вот кнопочку нужно. И здесь написано, что в течение 1-4 дней будут рассмотрены наши документы. Таким образом, проходит верификацию на онлайн-платформе GIGOS. Всем пока-пока. С вами была Светлана и Татьяна.